Приветствую вас, уважаемые друзья и коллеги по хобби. Сегодня пришла мне очередная посылка для рыбалки. Был очень удивлен, приятно удивлен. Посылка прибыла ко мне за 9 дней со дня заказа. Это очень рекордная скорость. Решил заказать плетенку Пацифан. После того, как заказал плетенку Каскинг, остался ей не очень сильно доволен. И вот решил взять на пробу плетенку Пацифан Оникс. Как видите, пришла целая, даже не помятая коробочка. Заказывал 0,14 мм. 15 ЛБ. Тут красиво переливается она. Заказал синего цвета. Не знаю, почитал отзывы. Люди хвалят. Вот решил попробовать. Провести тесты. Посмотреть, насколько хороша эта плетенка. Вот на ощупь сразу хочу заметить, что намного мягче, чем каскинг. 0,14 мм, конечно, здесь не будет нечем померить, но примерно 0,16, 0,17. Но точно не 0,14. Но очень приятно, что довольно мягкая. Сейчас проверим, красится она или нет. Немного синий след оставляет. Но я скажу, не так сильно красится, как тот же каскинг. Несколько раз протянул. Не сильно. 300 ярдов. Здесь примерно 200 с чем-то метров должно быть. Опять же, проверять я, конечно, не буду, сколько здесь намотано, но выглядит довольно неплохо. Четырехжильная, заявленного производителя. Будем проверять и пробовать ее на разрыв. Заплатил за данную плетенку $6.70. Доставка бесплатная. Метров на катушке должно быть 274. И по прочности, друзья, заявлено, что плетенка 0,8, 0,14 мм по нашей классификации, должна выдерживать 6 кг 800 грамм. Но после каскинг я понял, что китайцы очень сильно завышают. И думаю, если эта плетенка выдержит хотя бы 5,5 кг, то уже будет супер. Сейчас проверим, проведем краш-тест и посмотрим, насколько обманула нас фирма Пацифан. А может быть, и вообще не обманула. Подготовил 3 разных емкости с водой, сделал двойную петлю, на всякий случай сделал разный вес, в один бутыль сразу налил 5 килограмм 100 грамм воды, во второй бутыль 2-300 налил, потом 4 килограмма с копейками, но
Начну сразу с большого веса. 5 килограмм, так как все-таки производитель заявил прочность. 6 килограмм 800 грамм. Сделал петля в петлю. Обнулил. И начнем проводить тест. Плавно поднимаю. Ну, 5 килограмм 100 грамм. Начал дергать. Плетенка не выдержала и порвалась. Сейчас посмотрим, где произошел обрыв. Обрыв произошел на узле. Проведем еще раз испытание. Там был кусочек, отрезок длиной 1,20 м. Сейчас где-то взял отрезок длиной в метр. Точно такая же двойной узел, петля. Сейчас проверим. Протестируем еще раз разрывную нагрузку. 5 килограмм, 100 грамм выдержала. При рывке порвалась. Интересно, сколько выдержит данный кусок. По нулям. Аккуратно поднимаю. Только начал отрываться от земли, на 4900 произошел обрыв. Взял третий отрезок 70-60 сантиметров. Попробуем поднять короткий. Так, пока поднимал, сработало. Вот, начинаем плавно поднимать. 3 килограмма, 4 700. Ну, на 4700 рвется. Друзья, как видите, китайцы очень сильно завышают разрывной тест на своих плетенках. Первый раз выдержала 5100. Второй раз порвалось 4900. Ну и третий раз где-то 4800 произошел обрыв. Сейчас попробуем с более низким весом подергать под нагрузкой. Что, придется заказывать из Китая разные плетенки, пробовать, тестировать и все-таки искать для себя самый интересный и оптимальный вариант цена-качество. Возьмем канистрочку. Как видите, здесь вес 4 150 165, и попробуем на нем кастинг. Тогда на этом весе обрывалось. Но там было заявлено, что шнур 0,10 миллиметров. Но я скажу по толщине,
наверное, точно такой же, как этот шнур от Патефона. Вот, друзья, обнуляю. Вес вы видели. 4150. Так. Переключилось. Вернули на килограммы. Кто не видел тест плетенки Каскинг, можете перейти. Ссылка будет в описании под видео. И посмотреть. Ну и также на канале будем проводить и дальше тесты плетенок. Буду заказывать, буду проверять. Ну, 4270 сейчас показала канистра. Поднимаю, дергаю. Ну и вот при дерганьях плетенка лопнула, не выдержала. Ну, в принципе, вес 4150, 4200 она держит без проблем. Если бы сильно не дернул, может быть, и не порвалась бы. Друзья, если кому-то интересно в дальнейшем посмотреть тесты плетенки, тесты китайской лески, буду заказывать, буду покупать и тестировать. На этом, друзья, буду заканчивать. Всем спасибо, кто смотрит, спасибо, кто комментирует. На этом обзоре была леска Патефон Onyx 0,14 мм. Всех благ вам и вашим близким, друзья.